Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас абсолютно новая серия G-Shock. Этакий middle class между GW5600 классикой и GWB5600 более прокачанной версией. И действительно многим не хватало каких-то функций, кому-то автоподсветки, кому-то Bluetooth, кого-то не устраивал один будильник. В новой серии все это исправили, плюс добавили очень интересные цвета, и мы сегодня сразу на три посмотрим. Собственно, из трех моделей и состоит эта серия GWB5600. Все три модели вы сможете приобрести в магазине G-Store Russia. Ссылку, конечно же, я оставлю в описании к этому ролику. Плюс по промокоду Chaster зрителей моего канала будут ждать специальные скидки, и покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Ну и вот все три модели. Действительно яркий релиз. Несмотря на то, что классика, черный и белый цвет присутствует, все равно и бирюзовая модель выделяется, и вот эти красные элементы у черной модели. Начнем с белой. Казалось бы, привычно все, то есть черный циферблат, светлый корпус. Да, он полупрозрачный, как ремешок. Но мы сталкивались не раз с полупрозрачными цветами, но здесь опять же Casio придумали для нас что-то новое. Во-первых, вот эта полупрозрачность снабжена такой матовой, даже не знаю, как это назвать, как будто бы какой-то песок находится в этом полимерном материале, то есть такая матовая структура, мутная, скажем так. И что самое интересное, ремешок, мы к нему еще перейдем, посмотрите, переходит градиентно от своей полупрозрачности до практически цельного белого цвета. Ну, форма корпуса, конечно же, нам привычна. Минеральное стекло плоское, все по классике. Что касается темной модели, то тут у нас, смотрите, ремешок тоже в черный цвет уходит. Ну и бирюзовую модель, если мы рассматриваем, то здесь также уходит в черный цвет. При этом мы видим, что сзади тоже градиент присутствует. Ну и, собственно, сам циферблат инверсивный, все как вы любите. На самом деле в релизе, как вы поняли, все три модели обладают инверсивным дисплеем, который более популярен, видимо, чем обычный, раз Casio выпускают и выпускают модели именно с черным вариантом. Но привычный все равно нам, привычный вид, это и день недели, и месяц число, и текущее время. Функционал тоже нам привычен. Мировое время, секундомер, точность 1/100 до 24 часов, таймер от 1 секунды до 24 часов, точность 1 секунда, будильники, их здесь, внимание, 5 штук. Ну, звучит как и обычно, но почему я обратил ваше внимание на количество будильников? Дело в том, что, естественно, эта модель многое берет от классики, от GW5600. И вот в GW5600 как раз-таки будильник один. Да, он многофункциональный, но 5 штук там не задать. Тогда как здесь можно единовременно в течение одного дня задать 5 будильников. Ну и, соответственно, на этом, казалось бы, функционал заканчивается. Но не забываем про Bluetooth. Да, часы синхронизируются со смартфоном, и уже там функционал пошире. Да, конечно, там можно выставить вот все те же будильники, таймеры, мировое время, настроить автоматическую регулировку времени также можно. Но в приложении мы и поиск телефона настраиваем, в приложении мы и используем функцию Time and Places, где-то путешествуем, ходим в походы. И можем, кстати, менять местами число и месяц, а также день недели переводить на другой язык, в частности, русский. Но вот это уже, конечно, привычная тоже картина для современных многофункциональных квадратных G-Shock, в частности GWB5600, собственно, продвинутый уровень, где и Bluetooth, и Multiband 6, и солнечная батарея. Здесь же батарея обычная, она примерно на 3 года рассчитана, и, конечно же, электролюминесцентная подсветка, которая никуда не делась. Плюс, наконец-то, автовключение при наклоне, чего, опять же таки, в классической версии не было. Ну и активируем подсветку. Яркая, читаемость отличная. В общем-то, другого мы и не ожидали. Тут еще мягкое затухание, автоглоу. Ну и при наклоне, смотрим, тоже все срабатывает отлично. Чего многим не хватало в классической версии.
сидят на запястье. Здорово, абсолютно не поменялись габариты. 48,9, 42,8, ну и толщина 13,4. Что приятно, казалось бы, добавили Bluetooth в модуль, и по идее он должен быть толще, наверное, толщина должна быть больше, но нет, мы понимаем, что все-таки инженеры Casio стараются, и вот сохранили здесь как раз миллиметр в миллиметр. Ну и ремешок, еще раз к нему обращаемся, вы посмотрите, как это красиво выглядит, то есть здесь он полупрозрачный, темнеет, 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 и совсем в черный переходит. Конечно, здесь множество отверстий, на запястье 14 примерно сантиметров до 21. Общий вес, естественно, небольшой, всего 55 граммов. Ну и вот я покрутил все модели на запястье. Да, они одинаковые, цвета только меняются. И тем не менее, я считаю, что применение у них разное. То есть, если белая модель такая свежая, больше для лета подходит, то черная, даже несмотря на красные динамичные элементы, более универсальная. То есть, она и зима, и лето, и осень, любое время года. А бирюзовая, уже яркий вариант. Красочный для каких-то... Отлично подойдет вечерних прогулок для веселья, клубов, возможно. Особенно если мы посмотрим на рендерные фото, то опять же таки музыкальная тематика там так или иначе прослеживается. Вот эта цветомузыка вообще с этой темой Casio G-Shock уже некоторое время заигрывает. И мы видим в моделях некоторые отголоски вот этой диджейской, музыкальной, клубной культуры. Ну и, конечно же, бирюзовая. Больше всех выделяется самый яркий, вызывающий вариант. Но подводя итог, отмечу, что middle class у квадратов наших легендарных получился. Лично мне понравился. Да, конечно, это все на любителя, инверсивный дисплей и вот эти полупрозрачные тона, но в этом и заключается основная фишка. Все-таки перетекание цвета от корпуса на ремешок и обратно впечатляет. Впечатляет. Модели, как я отметил ранее, подходит под разные случаи, причем каждая из трех. Ну, бирюзовая мне больше всего, естественно, понравилась. Но белая и черная, я думаю, тоже будут пользоваться популярностью. Стоит также отметить, что добавили. Добавили некоторые возможности в них по сравнению, опять же, с DW5600. Тот же Bluetooth, те же будильники. И при этом цена осталась вполне себе доступной. То есть я бы не сказал, что они очень дорогие. Как раз и по цене что-то между... DW5600 и GWB5600. Все три модели вы сможете приобрести в магазине G-Store Russia. И не забывайте, что промокод CHASTER даст вам дополнительную скидку. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой серии. Какая из трех моделей вам понравилась больше? Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.